Меня зовут Евгения. Мы с моим мужем купили участок в поселке Святая Гора. Мы, так скажем, молодая семья. Вот, думали сначала о том, чтобы взять квартиру. Но наши друзья тоже живут в Подмосковье, за городом. И мы часто там каждые выходные ездили к ним. Тоже на участок, вот в их дом. И, не знаю, нам так это понравилось. И вот, в общем-то, мы решили, что, может быть, нам тоже самим стоит задуматься не о квартире, а вот о собственном доме, где мы будем, не знаю, там, растить детей, где мы будем сами жить, там, не знаю, встречать старость вместе. Вот поэтому решили тоже приобрести на свежем воздухе, за городом, свой деревянный дом. Это интересно, это как-то сплочает, вместе вот это строить, вместе придумывать, вместе там что-то выбирать. Есть две детские площадки, есть футбольная площадка. К нам приезжали родственники с детьми. Мы довольны, мы очень рады и ждем, когда уже можно будет вот заехать.